Телеканал КРТ представляет. Как вы помните, в предыдущей международной панораме мы анонсировали интригу. Утвердит ли Конституционный суд России поправки к Конституции, в первую очередь ту, которая возвращала кандидатскую девственность Владимиру Путину, позволяя ему в 2024 году в третий раз ощутить первый президентский восторг. Правда, никто, кроме анонсирующего, никакой интриги не видел. А по итогу все они оказались правы. Прежде всего отметим, что по сравнению с оперативностью российского конституционного суда, осенний турборежим украинского з парламента выглядел, исходя из неполиткорректных анекдотов, просто каким-то эстонским законотворчеством. Получив от президента запрос в субботу, 14 марта, Конституционный суд России уже 16 марта, рассмотрев десятки поправок, выдал положительный ответ на все вместе и каждую в отдельности. Благо, введенная одной из поправок упоминания в основном в законе Бога позволило сделать чудо неотъемлемой частью российского права чем, несомненно, и воспользовались конституционные судьи, воскресив третий раз первый срок, добавив это чудо к трем евангельским воскрешениям – дочери Равина и Аира, сына вдовы Наинской и Лазаря из Вифании. Кстати, несмотря на то, что поправок очень много, утвердить или отвергнуть их россиянам предлагается пакетом, ответив на референдуме всего на один вопрос – вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации. Вопросительный знак в конце символизирует демократию, хотя логичнее бы смотрелся восклицательный, как символ стабильности. Российские социологи отмечают, что отклик у россиян в первую очередь находят конституционные поправки, фиксирующие социальные гарантии, индексация пенсий и минимальная зарплата на уровне прожиточного минимума а также связанные с утверждением консервативных ценностей, традиционное определение семьи и упоминание Бога. На ура также идет запрет на двойное гражданство для чиновников. Некоторую дискуссию вызывает определение русских в качестве государства образующего народа. Правда, эта новация смягчена добавлением входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Тут скорее интересно определение России как союза народов, а не объединение граждан. Похоже, Москва наконец сформулировала три критерия русской политической нации. Принадлежность к одному из народов, проживающих на территории Российской Федерации признание за русскими статуса государства образующего народа и почитание российской истории, сформулированное как память о защитниках Отечества и защита исторической правды. В этом плане обращает на себя внимание мнение ведущей французской газеты «Ле Фигаро», которая 15 марта опубликовала статью «За Путиным стоит старая автократия славянофилов». Автор материала Шанталь Дель Соль подметил, идеологическую обертку конституционной реформы власти в России, хотя основная мысль статьи ничем не отличалась от сотен остальных публикаций в западной прессе на эту тему. Цитата. Владимир Путин оправдывает свой шаг типичными для антидемократов аргументами. Стабильность и безопасность важнее политического самовыражения пусть даже на 22 апреля запланирован референдум для подтверждения этой конституционной реформы. Он также пустил в ход сомнительные диалектические приемы, подчеркнув, что в России было достаточно революций. Как будто законная смена лидера, во всяком случае, если речь идет о его уходе, равнозначно революции. Это полностью противоречит самой сути демократии. Иначе говоря, речь идет либо о полном ее непонимании, либо намеренном искажении. Конец цитаты. Этот пассаж очень интересен с точки зрения различий устройства либерально-демократического и традиционного общества. Автор Фигаро с точки зрения француза прав на все сто. Однако с точки зрения традиционного общества перенастройка всей системы власти под нового лидера, сменившего пусть даже добровольно ушедшего на покой многолетнего правителя, по своему масштабу вполне сопоставимо с революционными изменениями. Достаточно вспомнить маятник перемен, качнувшийся после смерти Леонида Брежнева в течение нескольких лет в диапазоне от Юрия Андропова до Михаила Горбачева, и я даже рискну предположить, что некая причудливая комбинация этих двух линий до сих пор определяет характер российской власти. В свою очередь, автор материала Фигаро видит в действиях Путина, цитата, смятение лидера, который должен отчитываться перед демократией и даже оправдываться за свою неверность. Конец цитаты. И в этом имеется определенная логика, если Владимира Путина рассматривать как лидера изменившего линии Горбачева-Ельцина. Шанталь Дель Соль говорит именно об этом, просто иными словами. Постсоветская Россия должна была стать демократической. По крайней мере, она обещала стать такой, чтобы сохранить свое место среди благовоспитанных наций. Конец цитаты. Нынешнее положение России автор Фигаро сначала сравнивает с перепутьем, цитата. Она расшаркивается перед демократией, но не убеждена в ее обоснованности. В этом заключается ее большое отличие от Китая Си Цзиньпиня, который безостенчиво отвергает демократию и с гордостью признает автократию. Конец цитаты. И тут же выясняется, что перепутье вроде как пройдено. Цитата. Славянофилы, которые представляют глубинную и почти что закопавшуюся в землю России, Судя по всему вышли победителями из всех испытаний под лозунгом Православия ⁇ автократия ⁇ нация. Путинская вертикаль власти ⁇ это автократия славянофилов. И недавние шаги представляют собой лишь ее отражение. Конец цитаты. Что касается лозунга, то он, разумеется, в либеральной интерпретации вполне отражает консервативную идеологию российской власти, отныне закрепленную в Конституцию. Другой вопрос, что французский автор наивно соотносит консервативную идеологическую надстройку со взглядами людей, составляющих базис российской власти. Лично я вполне представляю себе абстрактного представителя путинской вертикали власти, который хлещет по щекам столь же абстрактного оппозиционного блогера, экземпляром вполне конкретного номера Фигаро со словами «Запомни, гаденыш, я автократ-славянофил, а не коррупционер-казнократ. Чуть было не сказал конец цитаты. Российские социологи отмечают, что к вопросам о реформе власти и обнулении предыдущих сроков Путина россияне относятся с меньшим интересом, нежели к социальным и идеологическим вопросам. Соответственно, и поддержка властных поправок заметно ниже. Однако слишком уж привлекательна обертка вокруг реальной начинки, чтобы представить себе провал референдума, назначенного на 22 апреля, но имеющего все шансы быть перенесенным на более поздний срок ввиду эпидемии коронавируса. Ну а в наступающей паузе авторитетнейший американский журнал Forbes пытается дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок материала Джеймса Роджерса. Что планы Путина на президентский пост означают для России и Запад? Автор, в отличие от сотен своих западных коллег, не углубляется в причины, по которым Владимир Путин открыл себе возможность пребывать у власти дополнительных 12 лет. Однако делает весьма важное замечание, цитата. «Путин управляет Россией уже два десятилетия. Разве он не мог создать систему, которая позволила бы ему спокойно уйти из власти? Если те, кто считают этот план способом остаться у власти до 2036 года, правы, к тому времени Путину будет уже за 80. Система, которая настолько сильно зависит от одного человека, каким бы популярным он ни был в период своей работы, вовсе не обязательно стабильно. Конец цитаты автор вскользь упоминает о возможной активизации политической оппозиции, но указывает на ее слабость. Что же касается ответа автора Forbes на вопрос, вынесенный в заголовок, то он считает, что, цитата, «пока Путин остается у власти, перспективы улучшения в дипломатических отношениях и расширения деловых и инвестиционных возможностей для западных игроков в России остаются крайне ограниченными». Конец цитаты. Что же касается авторского мнения, то я бы разделил так называемую проблему 2024 года и возможность Путина в 2024 году баллотироваться на пятый и шестой срок. Проблема 2024 заключалась в том, что Путин постепенно превращался в хромую утку, за спиной которой начинаются как интриги в отношении преемника, так и различные перегруппировки олигархических групп в преддверии схватки за власть. Публичное обсуждение подобных сценариев дополнительно де-факто делегитимизировало власть Путина, тем самым заранее снижая и авторитет любого его преемника. Обнуление президентских сроков через поправки к Конституции означает, что Владимир Путин перестает быть хромой уткой, а все сценарии трансфера власти переходят в категорию несбывшихся мечтаний тех или иных групп влияния. Попытка любых олигархических групп продвигать своего кандидата будет отныне означать открытую демонстрацию нелояльности к Кремлю со всеми вытекающими последствиями. Ведь не просто так президент России на днях вновь помянул Михаила Ходорковского. Со своей стороны, конституционная реформа власти позволит олигархическим группам расширить свои возможности, по конвертации уже имеющихся денег и влияния в решение органов власти, увеличивающие размер политической ренты. Все это позволяет Владимиру Путину до конца лично контролировать развилку. Либо самому идти на выборы 2024, либо тайно готовить преемника, которого предъявят в самый последний момент. Какова вероятность каждого из двух сценариев? Действуя в соответствии с теорией игр, Опытные игроки в покер в двух случаях из трех действуют согласно своей системе. В одном из трех блефуют. Наверное, и здесь два шанса из трех, что Путин в 2024 году будет баллотироваться лично. Но один шанс из трех я готов отдать варианту преемника. Ну, а чтобы немного смягчить серьезность темы... Мы обсудим мистический характер российской власти и ее реформирование с политологом-мистиком Андреем Мишиным. Приветствую. Ну, мы с вами договорились поговорить о мистическом характере российской власти, где можно обнулить любой срок, где можно третий раз идти на первый. Но, тем не менее, надо признать и даже, так сказать, как бы... Либеральные социологи признают, что больше 50% у Путина поддержки есть по-любому. Если брать от тех, кто готов прийти и голосовать или прийти на референдум. Как вы думаете, вот с чем это связано? Ну, вы знаете, что за последние пять лет Россия мутирует. И мутирует резко вот когда-то Советский Союз называли сверхкорпорацией. И вот в сверхкорпорацию в такую мутирует Россия. Госсовет – это вот как бы собрание акционеров. И что в этом причина? Это не то, что где-то с 2004 года в госсобственности три четверти валового национального Продукта, что все руководители власти, все путинские окружающие являются, даже журналисты являются членами совета значит, директоров акционерных обществ, не только шести госкорпораций, но и акционерных обществ с большой частью капитала. Прежде всего повлияли санкции. Такая имперская, русско-советская идентичность объединяет людей вокруг Путина. И вопрос экономики отступает. И в этой связи абсолютно понятно, что желающих сменить, как вот вы правильно говорили, Путина очень много. И попытка уйти в Госсовет по китайскому образцу оказалась. Понятно, кто бы не был бы президентом, то значит, протаскивать любого человека будут кто угодно, начиная с Кирилла. Россия превращается в эту сверхкорпорацию. И как сказал в конце февраля батька Лукашенко, когда его заставляли принудительно интегрироваться, он сказал так, что значит, это у нас не евразийская интеграция, а это инкорпорация. То есть корпорация как действует? Это слияние, поглощение. Поглощение ждет и Казахстан, и поглощение ждет и Белоруссию. В Украине уже есть некоторые не мино, миноритарные акционеры, как например, в целом русские граждане, а в Украине есть и мажоритарные акционеры, которые сразу войдут в ту в кремлевскую головку, и к этому, значит, у нас все идет. Причем будет использоваться идентичность. Миссия Путина в чем заключается? Главная миссия а к власти идут бандой и держится власти банда, для своей банды, для ближнего окружения показать, что для них ничего не переменится. Второе, значит, опять же, все чиновники, вся эта новая, как бы сказать, менеджеры сверхкорпорации, вот для них как бы нужен символ, как Стив Джобс, то вот так вот для сверхкорпорации Путин становится символом. Благодарю вас за беседу. Это был Андрей Мишин, как мы его называем, политолог, мистик. Спасибо. Спасибо.